Ноябрь 1941 года. Немецко-фашистские войска уже на подступах к Кашире. Вторая танковая армия Гудериана стремится выйти к Оке и захватить переправы, чтобы затем ринуться на Москву. Немцы стягивают сюда большие силы для прорыва обороны. Приказ Ставки во что бы то ни стало отстоять Кашир. Накануне решительного боя в Ставку докладывают о положении дел. На вопрос Сталина, чем помочь, командовавший обороной Каширы генерал Белов ответил: «Пришлите хоть несколько десятков ППШ». Предшественником ППШ был советский пистолет-пулемет Дегтярева ППД-40, созданный в 30-х годах. В финскую кампанию он продемонстрировал все свои преимущества в ближнем бою перед винтовкой. Тем не менее, у ППД был один серьезный недостаток – его нетехнологичность. Необходимость создания более совершенного образца пистолета-пулемета отчасти была продиктована и внешней политикой СССР. Обстановка в Европе в конце 30-х годов заставляла вспомнить римское изречение «Хочешь мира – готовься к войне». В 40-м году наркомат вооружения дал запрос на создание пистолета-пулемета, детали которого изготовлялись бы при минимальной механической обработке. Требовался новый образец оружия, более простой и дешевый в производстве, чем ППД. В самый канун войны, в начале 1941 года, на вооружение Красной Армии принимается пистолет-пулемет «Шпагина». Это оружие, которое внешне чем-то напоминает ППД, вот, но качественно это уже другое оружие. Качественно, прежде всего, не по боевым свойствам, а по технологическим. Этот пистолет-пулемет был в производстве значительно дешевле за счет того, что при его изготовлении применялись наиболее прогрессивные на то время методы. Это штамповка, это точечная сварка. Вот, причем внедрение их в производство – это заслуга, опять же, конструктора Шпагина. Георгий Семенович Шпагин. Конструктор ППШ родился 29 апреля 1987 года в Ковровском районе Владимирской области. Во время Первой мировой Шпагин служил в полковой оружейной мастерской, где хорошо изучил различные образцы отечественного и иностранного оружия. После революции оружейный мастер Шпагин работал на Ковровском оружейно-пулеметном заводе. С 22 года Георгий Семенович активно участвует в создании новых образцов оружия. Шпагин существенно улучшил конструкцию крупнокалиберного пулемета «Дегтярева». В 1939 году пулемет ДШК «Дегтярева-Шпагина» крупнокалиберный был принят на вооружение Красной Армии. Но наибольшую славу конструктору Шпагину принесло создание ППШ. Калибр 7,62 мм. Вес без магазина 3,5 килограмма. Темп стрельбы 1000 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность 100 выстрелов в минуту. Емкость магазина 71 или 35 патронов. Начальная скорость пули 500 метров в секунду. Массовое производство ППШ началось только осенью 41 года, уже после того, как грянул гром Великой Отечественной. Фронт остро нуждался в таком оружии, и выпускать ППШ нужно было в больших количествах. Выполнению этой задачи немало поспособствовал талант конструктора. Шпагин говорил, что делать сложно – очень просто, а вот сделать просто – это очень сложно. С точки зрения технологии производства ППШ был прост. Шпагин отказался от применения легированных сталей. Большинство деталей для ППШ изготовлялись методом холодной штамповки и сварки.
Это позволило сократить время производства каждой единицы оружия в 4 раза. Для изготовления ППШ не требовалось ни специального оборудования, ни высокоточного измерительного инструмента, ни большого количества квалифицированной рабочей силы. Поэтому делать ППШ можно было на предприятиях, мало приспособленных для оружейного производства. Рабочие этого завода по праву гордятся своей продукцией. Раньше они выпускали совсем мирные изделия. Теперь делают знаменитые ППШ – советские автоматы. Одной из особенностей конструкции этого пистолета-пулемета являлось то, что ствол его был заключен в металлический кожух для предотвращения рук стрелка от ожогов. А передняя часть кожуха имела скос, который выполнял роль компенсатора. В силу своей высокой скорострельности пистолет-пулемет при стрельбе имел тенденцию задираться стволом вверх, и вот этот компенсатор, компенсирующий скос, он создавал момент, противодействующий уводу ствола вверх. Как следствие, кучность стрельбы по сравнению с ППД увеличилась на 70%. Безотказно бьют автоматы Энского завода. Фронт будет ими доволен. На фронте остро чувствовалась нехватка этого оружия. Первые месяцы войны запас пистолетов-пулеметов был столь мал, что их распределением занимался лично Сталин. Но уже к 43-му году количество ППШ соответствовало всем нуждам фронта, и это оружие стало по-настоящему массовым. Бойцы полюбили пистолет-пулемет Шпагина. ППШ был надежен в бою и прост в обслуживании. Значит, конструктивно пистолеты-пулеметы – это то оружие, которое, для стрельбы с которого используется пистолетный патрон. Они наиболее эффективны на небольших дальностях. Это порядка 100 метров. Но на этой дальности, в отличие от винтовок, где патрон значительно более мощный, пистолеты-пулеметы способны создать значительно большую плотность огня. Вот. Кроме того, по сравнению с винтовкой, пистолет-пулемет устроен значительно проще, а следовательно, он дешевле в производстве. Для пехотинца танкового десанта ППШ был гораздо удобнее винтовки. Ведь танки доставляли бойцов непосредственно к вражеским позициям. Огневая мощь пистолета-пулемета позволяла быстро подавить противника шквалом свинца. Эта же тактика работала при штурме населенных пунктов. В условиях городского боя ППШ оказался незаменим. Огромная скорострельность и большая емкость магазина обеспечивали высокую плотность огня. Это замечательное качество пистолета-пулемета стало его неоценимым преимуществом. Вместе с 10-тысячным автоматом Шура отправляет на фронт письмо со стихами. «Осыпай свинцовым градом немчуру под Сталинградом! Гансов, фрицев будет рад! Бить советский автомат!» Защитники Сталинграда очень ценили ППШ. Яков Федотович Павлов, герой Советского Союза, один из защитников легендарного дома Павлова, тепло отзывался о ППШ. «Это коротенькое название грозного оружия», – писал Павлов в своих воспоминаниях, – «знакомо и близко каждому, кому довелось в годы Великой Отечественной войны отстаивать честь и независимость нашей Родины с автоматом в руках». Опыт боев первого периода войны показал, что не всегда этот круглый, хотя и емкий, но тяжелый, не очень удобный магазин оправдан. Поэтому с 1942 года ППШ стал комплектоваться магазином коробчатого типа, вдвое меньше емкости, на 35 патронов. Такие магазины снаряжались быстрее и проще, были удобнее при переноске и надежнее, чем барабанные. Упростили прицел, оставив целик с установками на 100 и 200 метров. Опыт боевых действий показал, что такая дистанция вполне достаточна для пистолета-пулемета и не снижает боевых качеств оружия. Были у ППШ и недостатки. В первую очередь его значительная масса. Вес ППШ с магазином составлял почти 5,5 килограммов. А еще бойцу необходимо было иметь с собой запасные снаряженные магазины. Высокий темп стрельбы ППШ означал быстрый расход патронов, что тоже не всегда было плюсом. Но главные преимущества пистолета-пулемета Шпагина – простота и феноменальная надежность – искупали все его недостатки. За создание новых образцов оружия Георгию Шпагину было присвоено звание Героя социалистического труда
и присуждена сталинская премия. Шпагин награжден 3 орденами Ленина, орденом Суворова 2-й степени, орденом Красной Звезды и медалями. Прорваться к Москве с юга гитлеровцам не удалось. Вторая танковая армия Гудериана была отброшена от Каширы. Несколько десятков ППШ, присланных в помощь оборонявшим Каширу, конечно же, не сыграли решающей роли в тех боях, но мощью своего огня здорово помогли бойцам Красной Армии отразить натиск противника. ППШ стал самым массовым автоматическим оружием Красной Армии во время Великой Отечественной. За годы войны было выпущено более 6 миллионов единиц этого пистолета-пулемета. Он стал неотъемлемой частью хрестоматийного образа советского воина-освободителя. ППШ увековечен в агитационных плакатах, кинофильмах, памятниках советским солдатам. С ППШ в руках воины-освободители дошли до Берлина. С ППШ в руках советские солдаты торжественным маршем прошли по Красной площади в Москве на Параде Победы в 1945 году.